Жду объяснений, ничего не работает. Топливная смесь, неверные регулировки. А третий двигатель захлебывается. Я же говорил на третий. Увеличь открытие инжектора. Еще на миллисекунду. Тогда снимешь полную мощность. Взгляни. Что за идиот? На бутербродов сдвинулся? Нет, Винс, он здесь не ради еды. Не злись, он толкает запчасти, на Гарри пашет. Знаю я, что он толкает. Он хочет залезть Мия под юбку. Привет. Как дела, Мия? Все в порядке? Привет. Эй, Дом, хочешь выпить? А, да он красавчик. А прическа? Винс! Винс! Что? Что-нибудь налить? Чудно выглядишь. Спасибо, Мия. До завтра. Пока. До завтра? Я просто балдею. Эй! Ходи в Фэтбургер. Там дают двойной чизбургер с картошкой за 2,50. А я люблю тунца. Чепуха, козел. Местного тунца никто не любит. Я исключение. Сидишь, Дом! Выйди! Ах, мне все это надоело! Я прошу, Дом! Сделай что-нибудь! Чем ты его кормила? Смешно, очень. Дом. Ну, хорошо. Он первый начал. А мне плевать. Остынь, не набирай. Не позорь меня. Ты что, охренел? Гады! Дай мне его бумажник. Брайан Эрл Спилнер. Имя как удушитель, и ты часом не маньяк. Да брось. Больше не появляйся. Ты мной не командуй! Ты пашешь на Гарри? Только начал. И закончил.